Не прекращать работ даже зимой обещал подрядчик, который возводит новую школу в поселке Савино. И не обманул. Работа здесь действительно кипит. С понедельника планируют наращивать темпы, привлекать дополнительную бригаду каменщиков, чтобы приступить к выкладке этажей. Напомним, здание старой школы было закрыто по решению суда после того, как по несущей стене пошли трещины. Сейчас занятия у местных ребят проходят в помещениях, не приспособленных для учебного процесса, в бывшем детском саду и в центре дополнительного образования. Новая школа будет трехэтажной, на 700 учащихся. Открыть ее планируют в сентябре будущего года. Сейчас, правда, уже есть небольшие отставания от намеченных графиков. Это связано с тщательным и даже щепетильным подходом к работе, уверяет подрядчик. Ведь строят для детей. Контракт был заключен 24 августа на строительство школы. Подрядная организация ООО «ID-партнер». Месяц был на раскачку, то есть на заключение договоров, на поставку, на все. С 27 где-то сентября начали закладку фундамента. Но в настоящее время работа выполнена где-то на 36%, то, что касаемо вот закладки фундамента всего. То есть работы продолжаются, организация работы, ну, вызывает, не вызывает опасений, скажем так.